Всем привет, с вами Прия. Сегодня побеседуем о модификаторе взрывной. Собственно, как его переживать, как с ним делать различные действия лучше. И самый главный вопрос, мешает ли он в фарме, хорош ли он, и как с ним действовать на высоких или на маленьких ключах. Итак, начнем же. Для начала прочитаем описание модификатора и увидим, что же он делает. Противники, не являющиеся боссами, то есть обычные мобы, в момент гибели взрываются в течение 4 секунд, нанося всем игрокам урон в размере 10% от их максимального запаса здоровья. Эффект суммируется. Итак, аналогичное мы могли видеть на Элгеноте в мифическом режиме. Сейчас мы откроем это дело. Мифический, способности, капельки. И дебаф назывался... Ой, дебаф назывался «Кошмарный взрыв». Вы можете поанализировать, посидеть, а я пока что дальше продолжу про взрывной рассказывать. Как работает модификатор взрывной? Дебаф вешается на 4 секунды, и он тикать будет по вам 2 раза. Первый тик на 2 секунде, второй тик на 4 секунде. Один тик сносит 5% за одного убитого моба. За двух уже x2, за трех x3. И так это дело суммируется, суммируется, если вы не будете делать паузы в 4 секунды между убийствами мобов. Как вариант, при пуле мобов так пятерых, то есть разберем уже реальные ситуации. 5 мобов, у которых по 10 лямов хп. Убиваете одновременно, реально одновременно. И в принципе все. И потом отхиливаетесь, живете все это дело... Ну, излечивайте, восполняйте хп-шку свою. Далее, если 5 мобов и 4 из них имеют 10 лямов хп, а 5 моб имеет 30 миллионов здоровья, то целесообразно убить сначала 4 мобов по 10 лямов, и уже потом снести 5, у которого 30 лямов. Вот, теперь же на маленьких ключах и на больших, как этот модификатор себя показывает. Скорее всего, что я думаю, на больших ключах этот модификатор никак не будет себя показывать в роли опасного модификатора, скажем так. Ну что, ну получается, ну пулите вы там 2-3 мобов, а вы больше не спулите, иначе вы умрете, скорее всего. И спокойно бьете их. Да, даже с небольшим таймером в итоге выйдет, потому что мобы там, может, хилятся, кайтятся, прыгают, уменьшают все получаемый дамаг, уходят в инвиз какой-нибудь и прочие-прочие моменты. Ну, как-то так, я думаю. На маленьких ключах, да, это жёстенький модификатор. Особенно при фарме каких-нибудь 10-14. Мы побегали сегодня. У нас, ну, подгорает с этого модификатора. Далее получается, что-то я еще хотел сказать, верно? Как его хорошо, ну, игнорировать, этот взрывной. По поводу убийства моего скал, есть вещички такие... Разберем их более детально. В кулинарии крафтится бойцовская жратва на ускорение восстановления хп вне боя на 400%. И можно еще как вариант снимать с себя весь шмот, уменьшая свой показатель хп. Как мы уже узнали, этот модификатор бьет на максимальный запас здоровья. И если же все снимут шмот, кроме вашего хила, то хил сможет все это, скорее всего, нормально прохилить, почему бы и нет. Но вот в текущий момент у меня 5600 хпшки. При какой-нибудь там выпитой фласочке, при использовании зелья длительной силы, ну там перелетает, возможно, за 6500. Ну сейчас я использую настой на силу, ранее использовал на выносливость. Вот. Еще если использую талант на выносливость, то еще больше, и пришли шагу назад еще больше. И эту банку уже с хп нужно захиливать, верно? Хилу это не в кайф. Ну, хил-то не работает по максимальному запасу здоровья, а работает по своему запасу здоровья. Получается так, что когда вы снимаете с себя весь шмот, у вас остается, ну, где-то, наверное, лямчик хп. И если в этот лямчик бьет 10% хпшки, то это всего лишь 100 тысяч. 100 тысяч прохиливается обычной ходкой от хила, каким-нибудь там, я не знаю, омоложением или прочим различным. Такая вот вам мысль на рассуждение. Всех вам благ, счастья, здоровья, до скорого, как говорится, легендарок побольше. Всех благ. Я уж повторяюсь, да? Всех благ.